проведу вам музыкальный урок. И для начала я хотел бы вас познакомить с нашими музыкальными инструментами. Вот этот инструмент знаете, как называется? Да. И как? Как? Но если вот так посмотреть, на что похоже? Пианино, да, похоже? Ну, в принципе, это то же самое, как пианино, только в него нужно дуть. Духовое пианино. Да, духовое пианино, правильно. Ну, видишь, как грамотно. А называется, вот слышали такое слово, как мелодия? Вот песни, они строятся на мелодии какой-то определенной. Вот похоже, только называется мелодика. А что ты... Ну давайте, может, из девочек кто-то хочет? Ну, Вера. Здесь Вера держишь. Давай, может, ты сама сможешь нажимать? Здесь дуешь, а здесь нажимаешь. Еще. Как это можно? Да, это мы уже. А вы знаете, есть такие волшебные слова? Спасибо. Да, а еще? Пожалуйста. А еще? Нет, пожалуйста. А вы знаете, что эти слова, они делают... Почему они волшебные? Они делают чудо. Они людей меняют. Вот если вы кому-нибудь скажете «спасибо», сразу увидите на лице, правильно? Или «пожалуйста», скажете «дай мне, пожалуйста, вот этот карандаш». А еще есть такое слово, хорошее слово, оно звучит так, «до свидания». Что оно означает? До следующего свидания. То есть не прощаются с вами, а просто говорят «пока». Да. Мы вам сейчас всем скажем «до свидания». А мы вам скажем «спасибо» и «до новых встреч». Мы добрые все стали после волшебных слов. Ну все, девки, спасибо вам, что вы пришли. Спасибо.